Ребята, всем привет! Мы находимся в питомнике Балтезерс. Сегодня выходной. Что мы здесь делаем? Напомню, что мы проводим акцию уборка всех кладбищ воинам, которые освобождали Латвию от нацизма. И вы шлете свои денежки. Больше, пожалуйста, не шлите денег. Хватит. Но так получилось, что у меня еще в остатке 6 человек, которые прислали мне денежек. Что-то плюс-минус на сумму в 300 евро или 400, как-то так. Это, сейчас скажу, кто. Так, это Роман, Виктор, Гита, Наталья, Вонда. И еще за фамилию написал, а имя не написал, к сожалению. В общем, эти 6 человек есть. Мы сейчас докупаем здесь саженцы, растения. Возьмем полтонны воды и отправимся на кладбище, в котором польем все предыдущие саженцы, которые мы сажали, и заодно возьмем новые. И я думаю, что пока мы немножко приостановимся. Но, по крайней мере, сейчас активность уже у людей упадет, и сумм таких не будет. И если вы, грубо говоря, мне пришлете там 20 или 30 евро, ради этого тратить рабочий день, ну, как-то не очень. Поэтому у меня родилась другая идея. Давайте мы лучше подготовимся более плотненько, и на следующий год вы мне пришлете те самые захоронения, которые находятся в плохом состоянии. Вот сейчас пришлете. Я в течение года подберу дизайнера ландшафтного, который сформирует какую-то интересную композицию дизайнерскую. Дальше мы посчитаем бюджет, обнародуем его, чтобы вы понимали, сколько в итоге все это будет стоить. Вот. И тогда мы более подготовлены. Смотрите, у нас будет тогда смета. Будут исполнители, то есть каждый из вас присоединится, да, и у нас будет ландшафтная композиция. И вот это вот более правильный подход, потому что, смотрите, что я не ожидал, что, честно говоря, будет такой результат. А сейчас я вижу, что результат есть, то есть люди хотят этим заниматься. Поэтому, если люди хотят этим заниматься, мое предложение, давайте будем заниматься этим профессионально. Итак, повторюсь, вы сейчас посидите и подумайте, где захоронение нашим воинам. В плохом состоянии. Соберем этот список. Потом найдем ландшафтного дизайнера. Может, кто-то согласится работать за бесплатно из ландшафтных дизайнеров для самореализации, для рекламы, для чего угодно. По зову души, как уж угодно. Вот. Поэтому нам требуются ландшафтные дизайнеры. Нам требуются желающие в этом участвовать и физические руки. И вот на следующее, где-нибудь 8 мая, мы уже соберемся более подготовленно. У нас будет смета, да, будет проект. Будет уже комьюнити, которые согласны этим заниматься. Наведем в Латвии порядок и сделаем все мемориалы павшим воинам, чтобы они были таким цветущим садом, таким Эдемом. Я понимаю, что это кладбище, кладбище останется кладбищем, но чтобы оно не было таким, знаете, отхожим местом, где политики справляют раз в год свою нужду. Чтобы оно было всегда благоухающим таким садом, и потомки были благодарны за то, что сделали воины для нас. Вот такая у меня идея. Поэтому вот он списочек. Все последние, кто прислали денежки, наверное, больше не шлите. Ну, вот у меня такое предложение. А вот это вот мы сейчас соберем все саженцы и поедем вместе с волонтерами и реализуем это. Дам видео сейчас уже чуть позже, хорошо?